веселая настольная игра «Крокодил. Большая вечеринка». Перед началом игры разделитесь на команды и возьмите крокофишки. Положите игровое поле на центр стола и поставьте фишки на свои стартовые клетки. А рядом с игровым полем разместите карты «Нарисуй», «Покажи», «Объясни» и «Плюшки-ловушки». Задача команды – объяснять слова на карточках и быстрее других добраться до финиша. В начале хода один из игроков команды двигает крокофишку на соседнюю клетку и берет карту с заданием из соответствующей стопки. Если команда выполняет задание на карте, то фишка остается на месте. Если задание выполнить не удалось, фишка возвращается назад. Далее ход передается следующей команде. Каждой клетке поля соответствует тип и номер задания. Как только игрок двигает фишку на определенную клетку поля, он вытаскивает карту из соответствующей колоды и ищет слова по тем же номерам, которые написаны на клетке. Задание на карточках «Объясни» нужно объяснять словами. Задание «Нарисуй» – объяснить рисунком. А задание «Покажи» – жестами. После того, как игрок прочитает задание на карте и подтвердит, что он готов объяснять, нужно перевернуть песочные часы. У команды будет ровно 1 минута на выполнение задания. В ходе игры команды могут пользоваться картами «Плюшки-ловушки». Игрок может взять плюшку-ловушку перед выполнением задания, чтобы усложнить игру. Если команда смогла угадать слово с усложнением, то она может оставить эту карту себе в качестве плюшки на будущее. Или выложить ее на поле в качестве ловушки для других игроков. Если другая команда попадет на клетку с ловушкой, она должна объяснять слова с усложнениями, указанными на карте. Если ваша крокофишка стоит на соседней клетке с фишкой другой команды, можно грабить их во время объяснений. Для этого нужно постараться угадать слова соперников. Если вам это удалось, вы можете подвинуть свою фишку вперед. Когда команда доходит до финиша, она должна пройти финальное испытание. Нужно объяснить сразу 2 задания, которые выберут ваши соперники. Для этого соперники тянут 4 карты, читают их и выбирают любые 2 задания для вашей команды. Во время финального испытания очень пригодились бы карточки с плюшками, так что стоит приберечь их до конца игры. Желаем вам чумовой вечеринки!